Начали. Доброго времени суток, дорогие зрители. В эфире видеоверсия подкаста The Linux Home Front. И сегодня на нашем операционном столе свеженькая версия GNOME 3.14. Как раз на железе, запущенная, а не на виртуалочке. В студии, как всегда, Павел Короти. Приветствуем всех, и мы опять несем квантум технологичности. Да, можно так сказать. На передовом, как сказать, не на передовом, а на острие технологий свободно. Да. Что ж, у нас там есть некоторый список того, чего появилось. Ну, не знаю, давай начнем. Список есть, конечно же, это OpenNet. Это рекламе не ждается. Ну, что посмотрим, все по порядку. Вообще у нас там первый пункт — это Wayland. То есть поддержка Wayland уже говорят, что доведена до совершенства практически. Да, но сейчас у нас запущены иксы, потому что Wayland у меня лагает. Кстати, интересно, как он был бы с VNC? Как он с VNC дружил бы? А там VNC вроде бы нет еще. В Wayland'е? Там RDP только. Как мило. Они же вроде обещали какой-то свой протокол, типа Spice. Это вроде бы был RDP, мне кажется. Ну, я, в общем-то, не слышу, что они обещают что-то свое, но RDP вроде бы работает уже давно. Ну, хорошо. Еще из новшества это улучшившиеся анимации. Можешь ты как-нибудь что-нибудь показать, там, допустим, в настройках, как там плавненько переключается. Без проблем, ну вот, в общем-то. Перетекают у нас эти свитчеры красивенькие. Вот как оно выглядит. Так. Это оно не хочет. Так, попробуй в настройках попереключать свитчеры. Переключить надо знать, где что искать. Ну, notifications можно, допустим, или background. А тут стандартный, просто несколько. Или sharing, там, не знаю. Sharing. Здесь можно шарить. Если ты отключишь сейчас... используем. Да, если ты отключишь, я отключу от VNC. Да, тебя выкинет. Есть media sharing. Это можно по WebDAV или DNA шарить там. Это все, скорее всего, работает только в локальной сети, к сожалению, Ну и то неплохо, если WebDAV работает. Хочется что-нибудь расшарить там, два клика и все. Ну, наверняка по IPv6 можно будет там сходить в WebDAV. Вот у нас и WebDAV. Угу. Да, в Linux Local. Думаю, мне кажется, есть... Да, тоже в локальной сети, но, в принципе, если кто не знает, то уже по умолчанию тянет Apache. Apache? Теперь у вас всех будет. Ну, норм, чё. Так, ну, Bluetooth тоже можно устроить, но у меня сейчас нет подключённого адаптера. Так что цветной профиль менять. Я что-то эта штука очень сильно помогает. Плохо, кто её не было раньше. Какое-то тоже стандартное. Можешь себе назначить на любые действия в жизни. Мышка и тачпад. Все просто. Так, анимационные эффекты посмотрели.
Обработку точки доступа и подключение к Captive порталу мы вряд ли сможем рассмотреть, потому что у нас нет свободных сейчас, точнее, публичных сетевых подключений Wi-Fi с Captive порталами. Ну, это вообще нет вообще Wi-Fi. В принципе, работать оно должно так. То есть, если мы обнаружили какую-то сеть, мы подключаемся, у нас в браузере сразу открывается Captive портал, как в Android, там, или iOS тоже. Кстати, вроде бы не в браузере, но открывается, ну, тут будет Wi-Fi, ты открываешь, у тебя вот какое-то окно. Поэтому, к ним бывает, что надо там, ну, не знаю, что какие-то. Вот и что. А, просто тебе. Бляшки. Ну, окей. Ну, тебя... Так. Так, чтобы у тебя не выбросило, конечно же. Так, ну, если приглашать сейчас, я go sick. Ну, что можно? Еще говорят, что в GNOME 3.14 по умолчанию наконец-то стала тема Адвайта, а не Уроски ролей, который был. Да, это Адвайта, в общем-то... Есть вообще-то... Ну и половина приложений белая, а половина черная. Не знаю, почему так. Можно включить... Потому что Mac OS X. Да. Там то же самое используется. Я не удивлюсь, если в следующих версиях приложений появятся заголовки, которые имитируют кожаный переплет или там еще что-то. Но, к сожалению, или к счастью, может быть, скеоморфизм уже не в моде. Поэтому, я думаю, они такого делать не будут. Возможно. В общем, я сейчас, может... какое-то приложение открыть. Так, да? Попробуй, да. Ну, Gedit мы уже, по-моему, несколько раз ковыряли и смотрели в нем что-то. Да, но он, в общем-то, стал немножко другим. А, то есть даже так? Да, он белый. А ну-ка, нажми вот на эту кнопочку, вот, которая развернута типа на полный экран, или что это? Да-да? Да, что это будет? Это полный экран. Ну, ёлки-палки, а? А как вернуть зад? А, можно так. Ну, ёлки-палки, я тебе скажу, это... ровно то же самое, что в Mac OS X. В общем-то... он по учёному очень такой себе... маленький, ну, функционал небольшой. Увеличить нельзя? Надеюсь, там плагины на питоне не убрали, там или что-нибудь еще. Да, плагинов здесь просто, но здесь вроде нет пакета с плагинами, но я пробую доставлять, там плагинов всех где штук 40, не меньше. Здесь можно, ну, делать что хочешь. Эту штуку я использую для рекуперации. Ну, в принципе, когда я Гэдди там еще вторым пользовался, там тоже это было. Я там даже терминалом пользовался встроенным. Да, там тоже терминал, есть питоновская консоль, толка. Сниппеты и все такое. Помощь. Эта штука DevHub, ну ладно. Вернется немножко позже. Вот еще одна очень такая инфакт. И чего нет в номере 3.12, это то, что вот эти кнопки стали здоровенными просто. И в 3.12 были маленькими. Я, если честно, не очень понимаю, зачем их здесь вот такими делать большими. Но надеюсь, разработчики это... В общем-то, мне кажется, у них часть... Я думаю, что для поддержки сенсорных экранов все-таки. Но, понимаешь, сенсорный экран, как мне кажется, на компьютере на большом, это не настолько удобно, потому что ты руку держишь на весу. Да, ну, не знаю, вообще-то, мне кажется, даже для сенсора они большеватенькие. Я не могу только. Ну, смотри, как бы... Большого хватает. Вполне возможно, что гном когда-нибудь будет использоваться на планшете. Там мы, кстати, сделали видео, что можно использовать на планшете, может быть. Ну, не все, конечно, но да, что-то можно. Ну что ж, перейдем к следующим приложениям, наверное. У нас есть еще Events новенький. В нем как раз таки переехали. Вот, Document Viewer.
Он стал минималистичным совсем. Так, C-Programming Absolute Beginner можно открыть. Хотя нет, вот боковая панелька такая же привычная. Да, все. Те же самые кнопки на... Винс это мой дефолтный PDF вьювер на Windows. Если я пользуюсь Windows, я ставлю Винс. А, ты не один, но плюс я как-то уже давно, очень давно ставлю, я Винс на виду. А, второй он. Вот. А в Linux я уже приучился к Затура. Он похож на Vim. Кстати, вот мы еще один режим магазина. То есть мы запустили, это было приложение. Специальное. А у него еще есть вид магазина. Мне кажется, это одно и то же приложение. Скорее только... киоска, может быть. Ну, тогда. А, он еще к OnCloud подключается. Да, он подключается к OnCloud, но мы немножко позже. И он может тянуть приложение с OnCloud и их смотреть. Да, нет, документы. Как думаю, скорее блок. Делать. Это тоже Винс или просмотрщик? Тоже Винс. Это уже вроде бы давно называется Винсом, это документ. Угу. Я сам пакет, причем называется Винс. Ну, в принципе, он базовый функционал для просмотрщика здесь есть, но и больше. Ну и самое классное, что он может тянуть. Из да. Что у нас там еще интересного вкусненького есть? А, покажи калькулятор. Кстати, да, в фейсковой строке теперь можно считать, выполнять арифметические операции. А можно считать, не знаю, у Гриху есть. Здесь, кстати, поиск очень прикольный. Может искать даже в истории Firefox. При Firefox он может искать и в своем маркете. Я по аналогии с Android называю маркет. В клиентах ищет в приложениях. И еще он подтягивал. Для поиска Гугла Firefox. А погоду он тебе покажет? Погода вообще-то с погодой немножко странная. Я не знаю почему. Ну, номер не добавит погоду здесь вот. Там, ну, например, ветер забери. Нет их. А ну, погоду так. Надо смотреть, да. Больше да будет достаточно. Букву да будет достаточно. Ну и он вообще показывает тебе игры. Если клавиш да будет. Например, здесь Xenotic, я здесь не вижу клавишу W. Я тоже здесь не вижу букву W. Ладно, откроем поводу. Она же тоже была переписана. Да, она тоже не переписана, а дописана много чего. Много скрину. Этих. Сияние. В общем, меняться или снег. Сейчас вечер, потому что... Здесь есть погода на неделю. Можно там себе переставить на Фаренгейт. Ох, можно ввести, например, еще одно место. Ну, смотрим, например, в Онтарио.
Пылистые облака. Даже такой есть. Unknown статус. Ну, окей. Это был была погода в гноме. А, у нас еще в Photos появилась возможность хранить изображение на сервисах Google. Вот. И еще возможно работать с фотографиями на устройствах Android. Да. Так что у меня фотографии нет. Так, добавились у нас еще мультитач-жесты, но, к сожалению, мы их тоже попробовать не можем, но никак мы вам их покажем. Мы же не будем руки прикладывать к тачпаду и пробовать их. У меня максимум 2 пальца мультитач, то через VNC не факт, что он будет работать. Ну, ладно. Так, WebDAV файл шеринг мы рассмотрели. Так. А еще посмотрим немножечко, мы упоминаем Cloud. Слушай, тут еще забавная штука такая есть. А, OnCloud, да. Так, контакт, документы, файлы. А, то есть интегрирована поддержка полностью. Знаешь тебе. Забавно. Windows Live. Отлично. Pocket, Microsoft Exchange. Клево, клево. Надо включать там Jumper IRC. Да. Кстати, попробуй вот открой погоду, например, тоже. А или ты ее закрыл уже. Мне хочется следующее рассмотреть. А здесь говорят, что в GTK появился инспектор. Если нажать Ctrl-Shift-I, то появится инспектор в GTK. Да? А он спрашивает, как его использовать и закрыть? Так. Choose a wizard to the inspector. А оно будет как-то у меня водить по этому или нет? Вот не знаю. Это очень хорошая штука. Я думаю, у нас с тобой это не очень. Это хорошо для разработчиков. Эта штука мне напоминает, собственно, инспектор в современных браузерах. Да, что-нибудь похожее есть в Firefox, например. В Firefox, в Chrome, там во всех DevTools устроено сейчас. Я постоянно им пользуюсь, когда хочу рассмотреть, допустим, из чего стоит сайт или какой ресурс он тянет. Есть? Там, это, по-моему, что? Даже свойства CSS есть и все такое. Свойство самого приложения? Size... Ну, там есть вкладка Custom CSS. Что там в этой вкладке? Да, здесь можно, видимо, писать интерфейс на YouTube. Да, можно писать интерфейс на YouTube для любого приложения. Это, кстати, клево. Вот это поддерживаю, это... Вижу, здесь удобно. Можно менять темы на YouTube. Да. Вот и страшный Киралиев. Он не такой страшный. Кажется, что нет просто системы у меня сейчас. А. Просто не хватает для некоторых. Там еще ниже что-то есть, какие-то свойства. Красно. Просто мне этот тело развинуть, да? Да, поэтому переключимся на Адвайту. Вот это и есть Адвайта. Да. Шрифт. Здесь можно менять. Управление. Забавно. Можно менять... Не менять, а просто смотреть. Так, оно уже на иксах. Это прикольно, потому что это для Вайвана так же. Так, дай-ка я еще кое-что погляжу.
Вот, вижу, там у нас еще что-то есть внизу. Так, Windows Caring, о! Здесь можно побаловаться. Опа! Я два раза увеличил окно. Да, я два раза увеличил окно. Так, что-то еще? Анимации. Show Graphic Updates, Show Baselines, Pixel Cache. Попробуем учить анимацию. Show Graphic Updates. Вот это вот? А, Animations, во. И как она должна отразиться на этом у нас? Попробуй что-нибудь. Не знаю, вот. Можно вот это попробовать. Показывать, как обновляется графика. Да. Это надо убрать. Здесь нет просто. А, вот. Собственно, анимация поехала. Где? Ну, внизу там же двигались эти. Интересный инструмент. Да. А, я закрою его. Погода. А, видео. Потом, как его называли ранее. Сейчас это поступное видео. Ее тоже 5 вроде бы очень сильно дописали. Он умеет внешние сервисы. Как Euronews, Guardian Video, ITV, Apple Movie есть. Apple Movie даже. Даже посмотрим сейчас. Трейлеры. Британский снайпер, я это вообще не смотрю. Да, видно, что это? Да, видно. Очень забавно. Вообще-то никого нет. Можно выбрать субтитры, если есть. Можно выбрать повтор. Что простенький плеер для требования пользователей. Можно изменить еще соотношение сторон и может добавить субтитры. В принципе, больше ничего такого базового не надо. Guardian — это британская газета Euronews, да? И вот и Euronews. На испанском. Так, ну, можно сейчас еще посмотреть на GNOME Software. Оно тоже записано. Лучше. Очень было переписано, очень много чего было добавлено в нем. Сайтами. Она смотрит, что у нас установлено. Приложение, которое есть. Карты мы еще, чтобы мы не забыли посмотреть. Метки. Да, сканирование. Там. К сожалению, нет сканера под рукой. Ну. Космиша здесь дефолтный для торрентов. Пати. Для изображения здесь, кстати, два. Пейнвир, Тоуски, Айвдом. Также
вот как оно выглядит. Здесь есть оценки, вы можете добавлять голоса. Знаете, что-то хорошие. Повар, статистика. Там ему еще баллы, например. Правда? А 5 баллов мы не можем давать, потому что оно не работает. А слушай, а не... Они такие хитрые, что дали оценивать только те приложения, которые установлены. Ну попробуй. А удастся тебе 100% стоить 5 баллов? Да. О, я его дал. Можно оценивать. Оценивать только то, что установлено. Да, потому что откуда ты знаешь? Ты можешь просто накрутить баллы, так? Если ты установил, значит, ты есть большой шанс, что ты эти приложения использовал, видел, что оно... В общем-то, здесь очень поработали над описаниями, например, товариум. Пины. Есть сайт. Ну и здесь есть информация. Приложение, версии. Оно уже поддерживает не только RPM, а также пакеты Arch. И разработчики нового надеются, что Foster станет стандартным макетом, таким для Linux. Это очень хорошая штука. Быстро поставить приложение. Я этим не пользуюсь, но для начинающих юзеров это может быть легким путем. Ну вообще да, вот что в GNOME, что в Ubuntu. Вот, они идут по пути делать все проще для пользователя. Никаких проблем нет. Поставь себе и стать. Вот у меня, не знаю, интерфейс для опытного пользователя, в котором не знаю, не найдешь даже кнопку для выключения. Я, если честно, тоже вот что поставил первый раз перед подкастом. По приложению вот, тут. Кольцо я уже перерос. Так, что у нас там? У нас какие-то новые игры? Да? Появились. Изменение оформления интерфейса игр. Тори. Сапер, Судоку, еще и Хитори. Тори, что это за игра? Ты не в курсе? Я не в курсе. Давай попробуем сыграть что-нибудь. Попробуй. Так, Анита. Что дальше? Есть 15 секунд, ну что? Походить? Нет, у тебя... Попробуй выделить другую цифру, может у тебя... А, еще не вода кто-то? Это же сапер. Это не сапер. Сапер. Сейчас меня взрывает, нет? Нет, нет. Нужна справка, скорее всего, я не знаю, что это за игра. Подсказки никакой нету в главном меню. Ну-ка. А пазл? Вот. Это пазл. Знаешь, что когда надо забирать, в общем, тут хелп есть. Это зеленая штука означает? Я не знаю, это какой-то элемент правил игры, скорее всего. А перестрелять местами нельзя? Угу. Если контрол... Я
я не знаю, что это можно собирать, что если нельзя представлять клетки, если знаете, то пишите нам в комментариях, потому что я, в общем, не любитель подобных игр. Бомг. У нас еще есть еще игра, которая новая. Мама. Ну, судоку это... Да? Я тоже не знаю, как ее играть. Судоку, она простая, в принципе, играть. Тебе нужно разместить здесь, допустим, вот, дай-ка, там, один, допустим, еще два, тут, допустим, четыре, ага, не получается у нас. Так, получается, как у нас, может получиться 6, например. Сюда 4. А, нет. Сюда 4. А сюда, допустим, 5. А, не получается. Видишь, какие правила игры? Нужно сделать так, чтобы у тебя в каждом кубике, в каждом из кубиков не повторялось ни одно число. И в каждом ряду по вертикали, по горизонтали не повторялось ни одно число. А, нет. В общем, смысл этой игры. Да. Я хочу ресетнуть. А возьми нью пазл. Ну или нью пазл. Нет, я не хочу сейчас тратить время, просто все знают, что такое судоку. Кажется, оно неплохо выглядит, только мне кажется, было бы неплохо сделать больше цвета сюда. Ну, это уже так. Знаешь, это для больше цвета у тебя есть игра 2048. Ой, да. Здесь белый, серый и светло-серый, но не очень. Ну и ладно, как бы. Так, справочная служба. Давай в нее посмотрим. Здесь, вообще-то, есть я судоку. А мы хотим для всего, например, посмотреть, что у нас там. А, ну вот для всего здесь как-то... All help. Да. Говорят, там насколько она как-то модифицирована прям так хорошо, что там есть оформление интерфейса новое, там видеоролики есть. Я их не вижу прямо сейчас. Ну, стоим, давай так. Getting started, наверное, надо посмотреть. На него смотрим. И он не реагирует. О, где тебе старт в гном? Ну да, у нас видеоролики здесь. Ты не слышишь музыки, но мне кажется... Какая музыка неплохая. Рисовалась где-нибудь в каком-то... Бандере. Ну, интересно выглядит. Вот эту музычку можно и посмотреть. Так, запускать приложение. Однако. Так, переключаться между приложениями. Показали прямо на клавиатуру для винды, для мака. Да. Честно, в принципе, хотя чтобы им пользоваться и дать жизни. А. Как пользоваться эмпати. Да. Довольно мило.
Я даже я не знаю. Я, в принципе, не очень использую хоткей в гноме. И неплохо разрисовали все это. Ну, знаешь, когда за разработку платят деньги... Там гноме не все никак держится. Ну, не все, конечно, но да, но в основном разработка финансируется, я бы сказал. Да, там есть, может, спонсор. Так, теперь можно будет смотреть на Gnome Maps. Там говорят, маршруты можно теперь строить. Вот. Дата? Правильно. Да. Потому что я сейчас в Нью-Йорке, да? Вот это что так? А, да, current location. Такая штука, как... Ну, он, скорее всего, смотрит по IPv6 этому какому. Адресу? Да. Может быть и так, потому что ты через Google C. О, пеший велосипед, даже веломаршрут есть. Это как относить мап. Ну да, давай положим какой-нибудь там. О, есть маршрут. Спутник. Да. А почему бы нет? Нормально можно смотреть. Через Google. Так, там везде, да. Или фонтан. Полных фонтанов вроде бы нет. На стадион тоже не похоже, стадион обычно вытянутый. А, вот он стадион, может быть. Это не знаю. Русских лучших картах, но, в принципе, не неплохо и так. Плохо. Окей. Все маршруты попробуем, давай их делать. Так, I'm here. Да. Так, а точку можно в маршрут сразу добавить? Я тебя так не вижу. На плюсик, если нажать, посмотри, что там будет. Вот. На вот этот вот. Вот на этот вот. А. Промежуточные точки, понял. Это все. Ну, скорее всего, просто выводить надо. Давай 39 делаем тут. Девять, а тут. Да, правильно. А может, вот это вот конечная точка? Нет, 58 это номер дома. Угу.
Ну, разве что руками, наверное, вводить. Давай. А, понял как? Мы из автомобиля, да. Мы хотим на автомобиле поехать из Нордебона Авеню. Это Филиппины. Да, попробуй Чикаго в destination. Назначение. Например. Нет, ты с опечатками набрал, там немножко не так. Время какой-то любой. Да. О, ставит. Ну, теперь маршрут, да, есть. Даже показано, где поворачивать. А оно вообще-то делает? То есть оно показывает между каждыми поворотами? Да. А? Было бы неплохо, если бы этот маршрут, надо будет им приложить, кстати, если бы этот маршрут можно было бы как-нибудь скидывать на смартфон. А ну попробуем что-то. Нет, ну похоже все. Что, возможно? Очень неплохим, да. Неплохо, но да, есть еще куда расти. Ты нам нормальный маршрут предложил его? Кажется, вот этот вот под этим углом можно бы как-то не доротить. Ты закосываешь сюда, а по этому шоссе, например, нельзя? Ну, не знаю. Или это железная дорога? Я не уверен. Так вот, это дорога. Мы могли... Нет, ну это таки оптимально шутало. Может, тут где-то можно было бы. Может быть, да. Мог несколько расти, но хорошо, что такое есть приложение в Linux. Я, да, единственное, что я предложил бы, это сбрасывать полученный маршрут куда-нибудь в смартфон. Да, на смартфон или как-то генерировать ссылку на сайт. Да, через какой-то API. Раз уж знаешь, раз уж такое использовать Pottering Way в этом деле, можно можно сгенерировать QR-код, показать его на экране, ты просто берешь, сканируешь с моим смартфоном, и у тебя сразу открывается карта. Да, ты был. Ну, нет, что вот так и будет, рано или поздно, но хорошее приложение. Надо им предложить это. Вот. Так, далее что у нас? При работе с тестовыми мониторами схема теперь запоминает расположение всех окон при отключении дополнительного монитора, возобновляет их размещение при отключении данного монитора вновь. Вот это... Наверное, нет другого монитора под рукой. Да, в текстовом редакторе Гэдди добавлен возможность поиска недавно открытых документов. Меню перенесено за угловой окна, это мы видели уже. Так, во фреймворк для определения текущего местоположения добавлена поддержка сервиса Mozilla Location для определения местоположения по параметрам 3G подключения или IP-адресу. Есть опция для местоположения, но у меня почему-то отключено. Пало. Открыли это нет, то есть здесь можно позволять местоположение и не позволять. И не позволять, что этот
открываешь карту, и оно тебе определяет где-то, ну, в моем случае, где-то было на 500 километров дальше. Я реально хожу. Здесь вроде бы нет. А, вот, Location Service. Спасибо, позволил взять нашу ситуацию. Ты хочешь смотреть сейчас, где... Что еще с карту? Так, вон там кнопочка, да. Итак... Так, оно зафилилось. Насколько мы далеко от Львова? Вбиваем я так уже, прямо. Ощ, ощ. Да, здорово. То есть на полстраны, ровно на полстраны, да. Ну, клёво, чё. Я не знаю, по кому IP оно ищет, но оно меня не сольёт. Уже хорошо. Слушай, у тебя прям радиус такой захватывает Польшу и Беларусь почти всю. И Молдавию всю, и Румынию почти всю. Я вообще-то не знаю, почему оно делает такой радиус. Кусок Болгарии, России. Даже кусок Турции. Да, даже кусок Турции небольшой. Да. Так что тебе можно искать где угодно. Да, ну... Это хорошо, да. Но он не севает так. Нет, помнится, на N900 там карты показывали вообще на... Когда мы там, не знаю, в Москве были, там вот такой вот... На пол земного шара был такой радиус. Даже лучше. Да. Так. Далее, что у нас? В адресной книге реализован режим добавления контактов на лету без выполнения... без вызова отдельного диалога. У нас есть контакты, можно взять их из... Клауда. У меня вроде нет контактов. Есть с локальных. Давай локально посмотрим. Я вот там и там нету, что. Ага. Он берет сбора контакта тоже. Угу. Их убирает прямо с карта Ябрюского. Ну а что, неплохо? Да, ну ладно, я не. Бать, люди. Ну, Дарта Ревана все знают. Да. Ну, вот это убийца. Это быть неплохие, но можно там и свои, можно убивать их. Правда? Это не ирония. Ну, скорее, нечего, в принципе, да. Интерфейс то же самый, что везде. Можно фото. А, то есть он предложит распознавать текст. Да. Если выберешь текст. Правильно, не ограничим. Ну, в принципе, стандартный интерфейс, то есть сохранить там... Начать новый документ и так далее. Да, простое. Так, Tel Assistance. Это у нас приложение, которое помогает разработчикам легко и просто разрабатывать и ставить нормальные там пакеты IDE для своих языков. То есть ты можешь создать проект, ну, например, возьмем C. Ты тест. Что ты хочешь? Ты хочешь, ну, там, ставить свои dependency, ставить, ну,
Хочешь ты это собирать или не хочешь, тоже можешь поставить Eclipse. Ты можешь сразу же отсюда собрать в GitHub. Но почему именно только в GitHub? А я не знаю, почему. Есть всякие Gitorius, там, не знаю, еще GitLab, там, не знаю, Bitbucket. Это на совести уже разработчик. Да. О, даже с конфигурацией Vim есть. Будет Vim для, например, для своего языка приложения. А где же Emacs? Хотя да, в Emacs есть все, кроме текстового редактора. А, Improvis. Я сейчас могу прорвать его, потому что у нас сейчас ставят пакеты. Он говорит, Base. А, он ставит все зависимости необходимые. Всех программных языков, можно модифицировать проекты. Что же делать? Да, еще контейнер на докере можно сделать. А можно контейнер запустить прямо отсюда. Угу. Можно... проект табу с... Ха, я не понял. Здорово, а начнем мне варить кофе. Ты это видишь? Да, я вижу, гном сварил вам кофе. Молодец. Золотое положение, даже кофе умеет варить. Так. Что еще есть? У нас еще есть здесь боксы. Боксы, посмотри. Да, сейчас боксы. Да. Боксес, она была вверху. Да. У меня, по-моему, добавилось помимо еще виртуалочек, множество создания VNC подключений. Production. А, да, здесь можно взять... Да-да. Enter desktop. Файл ISO, да, интерфейс менеджеру. В общем-то я не знаю, что он проще вообще будет. Он так сделан, знаешь, прагово просто запустить виртуальную машину и там. Пошагово идем дальше. Так. Ну не знаю, в принципе и все из того, что было. Из новшеств мы рассмотрели. Питер это IDE? IDE. Ну, в принципе. Ну, а ну-ка, заинебли Vim Compatibility Mode. Я хочу смотреть на это. Там вот отсюда. А. Сможешь ли ты в нем, например, пользоваться решеткатами Vim? Надо только читать документацию прямо отсюда, например. Сразу умеешь. Markdown и GitHub-ском. Так.
Так, ну, файл. Так. Попробую что-нибудь, не знаю, там, режим Vim, Vimode испытать. А, да, это же Insert? Да, здесь режим Vim есть. Так, а Escape, например, я сейчас нажму. А есть команды? Insert. Так. Во. Ну-ка, есть назад записан? W работает. Set. Но нет. Tab не работает. Set number. Не работает такое. А, нужно из insert мода выйти. Если ты хочешь выйти команды. Далее здесь будет полная совместимость с Vim. А ну-ка, подожди-ка. Ой, оставляю. Работает? Да. Поиск. Я сейчас вызвал слэшом. Да, ай работает. Да, то есть сразу выделяет. Ну, в целом такая. Ну, вроде бы еще умеет Markdown. Да, это очень сырое, но еще. А, да, это Vim же, я же. Да, это Vim Compatibility Mod. Давай. Давай что-то вроде бы в Markdown сделать. А, то есть ты рендеришь в Markdown? Я напомню синтаксис. Большой я хочу. GitHub Flower Markdown не слишком сильно отличается. Там некоторые особенности для страйка. Разреши, я попробую. Да. Да, пробуй ты insert. Сейчас вроде бы есть. Пробуй вставить. Не получается. Попробуй сохранить его, да. Там еще все среди, но это очень сырая. Айфон. Айфон, в общем. Так как ему возможно будет. Что еще у нас осталось? Календарь будет тем же самым. Ну, по-моему, вроде все из новшеств. Так. Evolution. Снялся. Evolution все еще использует старый Human Interface Guideline. Зайди гном. Хорош. Нравится? Нравится, да. Напиши. До новых встреч. Всем пока.